Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что у нас появился новый командный сайт интернет-проекта именно Фаберлик Онлайн. И на этом сайте многие новички путаются, да? Но у нас с вами есть огромное количество новой информации, которая доступна каждому новичку на нашем проекте. Назовем это видео «Путеводитель по новому командному сайту проекта Фаберлик Онлайн». Ну, во-первых, у нас с вами есть первый такой раздел, да, мы на него, когда нажимаем, страничка просто перезагружается, да, как вы видите, и вы можете крутить колесиком вниз и смотреть новости, смотреть фотогалерею, да, то есть можете посмотреть все фото, вот, и далее, значит, можете посмотреть все, да, что вам захочется, то есть очень удобный такой сайт. Вот, далее, значит, видеогалерея, да, то есть тут идут истории успеха, реальные истории успеха реальных людей с разных стран мира, да, то есть на нашем проекте 29 стран с нами сотрудничают, вот, и, конечно же, кто уже зарабатывает в нашей команде, как вы видите, тоже есть фотографии людей, реальных людей, почему? Потому что вот моя дочь, она студент, да, вот у нас девушка, да, Елена Потанина, она на самом деле телеведущая, она к нам пришла. Вот жена военного, которая легко и просто построила свою карьеру, да, вот Валентина Афанасьевна, бывший начальник налоговой инспекции, очень успешно продвигает свою карьеру. Почему? Потому что у нее появилось много свободного времени, и она говорит, что ей на пенсии очень понравилось работать и зарабатывать через интернет, и на самом деле это фото живых людей, да. Вот, и, конечно же, и учителя, и многодетные мамы, вот, да, Танюша Гусева, допустим, мама 4 деток, вот такая она умница, да, то есть вот таким вот образом. Далее, значит, суть работы тут описана, да, и далее, значит, суть работы очень простая, как вы видите, и очень легкая. Это что касается первой странички. Что касается первой странички, и далее идет именно информация о проекте. В информации о проекте вы также можете проходить и смотреть, знакомиться со всеми, кто у вас, как вам даже сказать, со всеми, кто есть в нашей команде, да. То есть, смотрите, у нас есть драгоценный состав проекта, директора и старшие директора. И у меня один раз новичок сказала, почему там нет фотографий. Ну вот, к примеру, если мы с вами открываем бриллиантовые директора и выше, мы с вами легко увидим директоров, которые на самом деле открыли статус бриллиантового директора национальный. Я уже сейчас старший международный, да, то есть, ну, мы не совсем всегда все быстро меняем, да, то есть, вот. Далее давайте будем смотреть топ-лидеры. У нас также есть звезды на доске почета, которые также имеют, допустим, две директорские веточки. Это серебряные наша гордость, серебряные директора. Все получили чеки, молодцы, умницы. Вот, ну и так далее. Далее, значит, смотрим раздел о проекте. Тут еще много что есть, да. История, допустим, проекта краткая, с чего все начиналось. История успеха наших директоров, наши достижения, да, и принцип построения, то есть правила проекта. То есть вы все это можете почитать и изучить, да. То есть, ну, тут еще немножечко недоделано, да, то есть основатели проекта меня почему-то не включили, ну ладно, ничего страшного, да, то есть и тут далее идут тоже истории проекта, а кто-то еще не написал, да, ну вот таким вот образом. Вот таким вот образом идут истории проекта, девочки пишут на самом деле правдивые истории, да, далее, значит, идут достижения, да, то есть сколько лет команде, ежемесячный товарооборот какой же, сколько у нас, да, у нас уже 72 тысячи человек и так далее, да, то есть вы можете легко
посмотреть все, да, то есть турборост, его особенности, то есть мы с вами все растем по турборосту, когда вам помогают в построении и так далее, и, конечно, очень важно сейчас знать, как строить свою структуру, чтобы у вас все было хорошо, да, то есть правила проекта, ну, пока мы их не придумали, потому что каждый зарабатывает по-своему, так, как захочет. Далее смотрим такой раздел, как «Старт новичку». В старте новичку вы можете посмотреть, как оформить и оплатить заказ. Давайте его откроем и внимательно это обсудим, потому что тут, как вы видите, нет ссылок на регистрацию. Вы можете отправлять это своим людям. Можете отправлять это своим людям, и люди будут смотреть, изучать, не бойтесь, они никуда не уйдут, да. То есть вот это таблица минимального активационного заказа в валюте разных стран, да. То есть смотрите, сумма минимального заказа 800 рублей, новичок активируется, и он уже идет по турборосту, если это было в течение суток. Далее, как по Украине, да, Беларусь, да, то есть доставочка идет, Россия отдельно, да, какая доставочка идет, то есть общая информация, Казахстан, да, то есть вот таким вот образом вы можете посмотреть любую страну. Далее, в старте для новичка вы можете увидеть маркетинг, возможности его, правила построения структуры, подписка на рассылку, часто задаваемые вопросы, вот очень важный пункт, часто задаваемые вопросы, и очень важный пункт, как выставить ПВ, да? Давайте посмотрим маркетинг, что у нас с вами есть, да? 19 зарплат в году, белая зарплата и так далее. То есть это у нас идут директорские бонусы, тут идут додиректорский маркетинг-план, да? Это уже после директорский маркетинг-план. А какие у нас есть квалификационные бонусы за подтверждение званий, то, что у нас есть бонус материнства, бонус усыновления и так далее. Далее идет правило построения. Опять-таки, да, как вы видите, оно в двух местах, но это очень важно посмотреть, изучить, да. И также, когда вы регистрируете своего новичка, вы можете подписывать для работы в интернете, а если он пришел зарабатывать и строить бизнес, а также можете подписывать для покупателей и консультантов. Далее, значит, часто задаваемые вопросы вот так вот оформлены. Вы нажимаете, и ответы вам уже есть готовые, да, вот, что за работа, да, то есть работа, да, сетевой маркетинг и так далее, да, трудоустройство официальное, вот, все такое, да, то есть как выставить пункт выдачи, да, у нас есть свои личные пункты выдачи, которые вы можете посмотреть, да, конечно же, у меня тоже открылся свой пункт выдачи, но его пока тут, к сожалению, нету. Вот, но ничего страшного, мой пункт выдачи называется Киров Кононова, то есть он только по городу Кирову, вот, и как оформить заказ Фаберлик, инструкция, как выставить ПВ и открыть свой первый заказ самостоятельно, да, оформить. Далее, значит, как оформить, оплатить заказ опять, да, идет, и старт новичку. Возвращаемся. Обучение. Обучение. Что же это такое? Что же это за обучение такое, да? То есть, когда вы активируете свой номер минимальным балловым заказом, вы уже самостоятельно можете регистрировать под себя людей. То есть, ни вы, ни компания Фаберлик, ни мы не можем под вас зарегистрировать человека, пока ваш номер не активирован. Поэтому задание мы не открываем. Как только вы активировали номер, задания уже будут открываться. То есть вы должны пройти 11 заданий для успешного старта в бизнесе. Да? Вот, то есть и ваш наставник будет открывать вам номера заданий. Далее, программы и акции. В программах и акциях вы тоже можете рассказывать своим людям или посылать видео о турбо-росте. Акции для новичков обязательно рассказывайте, да? Вот, обязательно рассказывайте о стартовой программе, потому что человек, если суммировать стартовую программу и накопительную программу, может суммарно получить более 300 подарков за полгода. И это на самом деле чистой воды
Правда, самое главное эти акции понять, чтобы подарки вы могли забрать. Далее, значит, идут VIP-привилегии. Да, вот очень часто в интернете говорят, боже мой, ГОНК, ГОНК. Даже если вам это непонятно, то компания с помощью VIP-программы сама вам отстроит ГОНК, а позже я сниму видео про это более подробное. И далее, значит, акции каталога. В акциях каталога вы можете смотреть все видео, которые действуют, да, и можете увидеть презентацию каталога. То есть вот. Далее, значит, у компании Faberlic, то есть какую вы компанию идете, да, что это за компания, как она сотрудничает, да, то есть награды компании, патенты, да, то есть более 30 патентов и так далее. Вот. Далее, значит, программа акция компании. И дальше вы можете смотреть каталоги разных стран. Каталоги разных стран, они тут меняются, видоизменяются, да, то есть в России вот такие есть каталоги, на Украине вот такие есть каталоги. И когда вас просят посмотреть, допустим, новичок с Молдовы, да, просит посмотреть каталог, вот вы ему показываете, допустим, отправляете вот эту вот ссылочку, да, на каталог, и новичок уже ваш спокойно листает каталог, что тоже очень удобно, да, то есть вот давайте откроем первую страничку, и вот 336 страниц каталоге, и новичок его листает спокойно и смотрит каталог, да, то есть он может увеличить, посмотреть, как выглядит одежда, что она делает, ну и так далее, и так далее. Далее, значит, о чем мы с вами поговорим, это о компании, о каталоге, да. То есть каталоги тут разных стран, и вы можете высылать эти каталоги, да. Ну и, конечно же, новости. Новостей проекта тут, в принципе, пока маловато, но они будут, как даже сказать, они будут пополняться в скором времени. Поэтому сайт очень даже интересный. А вход для консультантов, это когда я, допустим, вхожу под своим логином и паролем в раздел Faberlic. Сейчас я войду. Вот я вошла. И, значит, я могу тут еще и редактировать свой лендинг, свои данные, да, то есть вот смотрите, я могу перейти также на сайт на свой, и вот он мой сайт, немножечко туго грузится, но ничего страшного, да, то есть я могу также нажать обзоры каталога, да, то есть я могу также нажать маркетинг план, и это интернет-проект Faberlic онлайн своим новичкам бесплатно всем до единому свой лендинг, как даже сказать, дарит, да, если вы активировались, ну, как сказать, активировали свой номер, то вы легко можете, да, как бы, можете легко иметь такой же лендинг. Да, то есть ссылка на официальной сети, нажимаете «Отправить» и регистрация приходит. Да, то есть заявка отправлена. Вот, пожалуйста, Faberlic Info. Я захожу на свою почту, и мне уже приходит регистрация. То есть данным рекрутинговым сайтом вы, да, вот они мои каракули, регистрация приходит мгновенно. Я думаю, что это очень-очень удобно и для вас, и для нас, что вы можете самостоятельно начать свой бизнес. Также лендинга бывает первый, второй уровень. То есть, если вы делаете более 50 баллов, то вы можете редактировать свой собственный лендинг, и он у вас будет уже заполняться как бы блогом. Да? Вот я тут, допустим, поставила мой обзор новинок, да, и могу пройти по этому видео, и люди попадают еще и на мой канал YouTube, да, то есть, если вам это интересно, вот, смотрите, уже 4000 просмотров, да, то есть, вот так вот работает именно сам сайт. То есть, обязательно пользуйтесь лендингом, самое главное, это сократители ссылочек, если вы про них не знаете, то вам нужно обязательно говорить, обязательно
чтобы ваш наставник вам эти сократители ссылочек дал. Да? То есть также при заполнении лендинга с вами могут связаться через соцсети, что тоже очень удобно. Вот, пожалуйста, моя страничка ВКонтакте, моя страничка в Одноклассниках, да, то есть все прозрачно. Человек может написать мне там, где он хочет написать, да, он может человек проанализировать, да, так, ага. Срок действия ссылки, да, закончился. То есть, ну, вот эту ссылочку просто перекопировать, и нужно будет туда вставить, нажать «Сохранить», да, то есть редактировать лендинг тоже очень просто. Вот, также Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, везде меня можно найти, да, как вы видите, по сотовому телефону можно позвонить, ну, в принципе, и так далее. Вот, ну, тут я пыталась немножко поредактировать, тоже на свой YouTube-канал людей отправила, но очень даже получилось криво, но там можно сделать очень даже и красиво, просто я не особо там еще разобралась. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online, это был новый, как даже сказать, это был новый сайт, да, новый сайт проекта интернет-проект Faberlic Online. Я желаю вам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Информации полезной много, конечно, на этом сайте. Сложно разобраться, но, вы знаете, я думаю, вам понравится. Вам понравится на нем побыть и знать, что вы можете с этого сайта скидывать свои ссылочки своим людям, своим кандидатам на регистрацию и знать, что они будут зарегистрированы только у вас. Сейчас на данный момент в компании Faberlic есть запоминалка и ссылочки на регистрацию в первую линию, они очень плохо работают и лучше всего пользоваться лендингом. Наш лендинг точно не запоминает людей. Вот, так получилось, что очень много, несколько сотен человек уже ушло с сайта Faberlic только из-за того, что люди не умеют чистить куки, и запомнился один человек, который вверху там, да, на Яндексе в рекламе, вот, и под этого человека уже очень много наших людей ушло, к сожалению, вот, и человек даже трубку не берет, чтобы попросить их, как бы. Поэтому пользуйтесь лучше лендингом, и все у вас будет хорошо. Всем удачи, всем пока-пока.